В загробной жизни душе предстоит отправиться в одно из двух царств. Ее ждет божественный оазис гармонии и благолепия или губительная клоака зла и порока. Для душ, ожидающих решения, существует промежуточный мир. Обычно его называют чистилищем. Многие века семь архангелов, защитников света, и семь падших ангелов, воинов тьмы, вели безмолвную битву за власть над невостребованными душами. Каждая сторона может послать лишь одного воина. Прибыв на место, воины должны принять человеческое обличие. Ныне городом правят силы тьмы, и власть их сильна, как никогда. Падение. Мое первое ощущение. Далекие голоса эхом отдаются в голове. Их приказания ясны, и я могу думать лишь об остальных. Рамиил, Уриил, Аметиил, Итуриил, Рафаил, Михаил. Каждый прошел этот путь. Какова их судьба? Что ждет меня по ту сторону? Они ушли туда, где проклинают свет, где тьма слепит душу. Это место, куда боятся ступить даже ангелы. Screen Corporation представляет. Производство кинокомпании Hill совместно с Redline Films и Iron Entertainment. Фильм Шейна Абисса. Ангел света. Энди Уайтфилд. Дуэйн Стивенсон. Саманта Нобл. Майкл Пикерилли, Эрика Хейнац, Хэри Павлидис, Кевин Коупленд, Джек Кэмпбелл. Мэтт Хилтон Тодд, Брэндон Клиркин, Горан Клейн, Валентино Дель Торо. Композитор Брайан Каче. Художник-постановщик Виктор Лэм. Оператор Питер Холланд. Продюсеры Энн Кридланд, Кристи Вернон и Шейн Абисс. Прости. Авторы сюжета и сценария Мэтт Хилтон Тодд и Шейн Абисс. Режиссер Шейн Абисс. Свобода
Это возможность испытать себя, приступая к границе общепринятого. Мы черпаем силу в своих страстях. Желание движет нами, даже ненависть. Стоящий союзник в борьбе с врагом. Но нам сказано презреть все это. Те чувства, те эмоции, что делают всех нас людьми. Похоже, ты не тех слушал. Это было бы заметно, не так ли? Ты ведь не слишком любишь меня, Велиал. Странно, остальные не жалуются. Я тебе что-то сделал? Скорее, не сделал. Так позволь это исправить. Хорошо, что ты привел его сюда. Не уверен, что все с этим согласятся. И в знак благодарности я сделаю тебе подарок. Помнишь архангела Аметил? Ты был здесь, я знаю. Габриэл, раз ты это читаешь, значит, я потерпел поражение. Далеко до благодати, дальше, чем я мог представить. Не давай чувствам затуманить твои суждения.
Враг в душе твоей силен и непредсказуем. Управляй чувствами, иначе в битве не победить. Другие проиграли, учись у них, но выбирай иной путь. Ты последний. Михаил. Вырви ему сердце. Зубами вырву. Затаись. Ни звука. Тебя найдут. Габриэл, ты слышишь? Ни единой мысли. Кого ты ищешь? Занятно. Тебе чего?
ищу старого друга. Ее зовут Уриил. Здесь нет. Мне очень важно с ней поговорить. Она в опасности. Здесь лишь одна опасность. Ее принес ты. Скажи хотя бы, она жива? Ответ «да». Я сказал все, что знаю. Тогда скажи, где она? Я сказал все, что я знаю. Теперь тебе пора. Где она? На этот раз правду. Ты не выстрелишь, тебе запрещено. Отчего же? Твой приказ уничтожить падших и вернуть город к свету. Ты по природе своей не можешь убивать невиновных. Так что убери эту хрень от моего лица. Во-первых, Уриил он, а не она. Во-вторых, черта с два, он когда-нибудь вернется. Куда он ушел? Сюда. Подальше от проклятых чувств, голосов и всего остального. Почему? Ты сам почувствовал, едва попав сюда. Как тяжко быть настоящим смертным. Нам не сказали, каково это. Не сказали, насколько это, мать их, тяжело. Если ты Уриил, почему я тебя не чувствую? Потому что я научился таиться. Значит, ты пренебрег приказом. Ты нарушил клятву. В конце концов, я всего лишь человек. Ты архангел, слуга света, принявший облик человека, дабы не отличаться от живущих. Знаю. Ты хоть раз испытывал страх, Габриэл? Я да. Мне, мать его, все время страшно. Я ненавижу это место и себя ненавижу. А ведь прежде мне это чувство было неведомо. Нельзя ему поддаваться. Тебе ведома любовь и благо чистого бытия. Вот где ты черпаешь силу. И где все это? Не покажешь? Я вижу мертвый мир, которым правят падшие. И знаешь что? Людям здесь, похоже, нравится. Они серьезно довольны жизнью. Так чего ради мне биться? Зачем мне за них погибать? Они не знали лучшей доли. Наша цель — показать им иной путь. За это стоит сражаться. Даю тебе 2 недели. Посмотрим, что ты тогда запоешь. Теперь, может, отвалишь с глаз долой? Потому что я, в отличие от тебя, направила плюю. А знаешь, какую еще прекрасную новость тебе забыли сообщить, отправив вниз, умерев здесь? Будь ты падший или архангел, умираешь навсегда. Даже душа умирает. Я не дурак так рисковать. И тебе тоже не стоит. Этот город окутан тьмой.
В свете не знают, что здесь происходит. Их нельзя винить. Я кое-что забыл. Прости, Уриил, я должен. Тебе придется открыться. Исцели эту рану. Пошел ты! Уриил, прошу, исцели. Ты не позволишь этому телу погибнуть. Ты принес клятву. Давай. Уриил. За дверью следи. Они придут. Как будто кровь, текущая по венам города. Ты, должно быть, гордишься. Жаль, мы не можем спать. Ты тут магией забавляешься. А Молох, похоже, мертв. Похоже, прислали еще одного. Мы тогда почуяли присутствие Габриэла. Так ты все про них знаешь? Михаила нет. Теперь вся их надежда на нашего нового друга. Не повезло. В этой паре Михаил был сильнее. Все мы знаем, что с ним стряслось. Я чую, дух нового ангела все еще силен. Поэтому мы подождем, пока он станет жертвой нашего милого городка. И если тогда ангел все еще будет рваться в бой, он его получит. Какого черта ждать? Город наш. Прикончим Архангела и домой. Терпение, Ариман. Попробуй считать это игрой. Их ход, наш ход, пока все не станет на свои места. Я в долбанные игры не играю. Просто поверь, это гарантия спасения для всех нас. Вот спасение. И вот спасение. Знаешь, в чем сейчас твое спасение? Сядь. И, мать твою, заткнись. Да, босс, забавный у тебя настрой. Я просто жду, когда все закончится. Больше никаких свар. Подай одну из этих. Ты уверен? Пусть. Я чертов ангел, но курить-то я могу. Ты говорил со мной. В городе. Как ты узнал, что я там? Так же, как ты меня нашел. Твоя связь с истоком. Свет дает тебе возможность слышать. Беда в том, что она тебя выдает. А ты знаешь, как ее прятать. Падшие чуют настолько вблизи. Потому я и живу в такой глуши.
Если черпаешь силу ее из истока, будешь для них как маяк, и, вероятно, они навалятся разом, всем долбанным кагалам. Так что запрячь свою суть как можно глубже, чтобы они тебя не видели, но не так глубоко, чтобы не смог вернуться. Так случилось с тобой? Не совсем, но это не прошло бесследно. Закрой глаза. Нет, открой. Сейчас ты ангел в теле человека. Мы пытаемся это скрыть, чтобы для всех ты был настоящим человеком. Смотри в себя. Внимание на свое «я». Ощути его как часть себя. Теперь закрой глаза. Молодец. Да, все просто. Мое дело заманить, а ты уж не упускай. Любым делом в жизни надо гордиться. Джейди, что, и не попрощаешься? Ну, хоть бы отсосала, глухая сучка. Странное чувство. Я стал медленный и тяжелый. В таком виде ты еще можешь слышать, но не больше. Раз мы можем затаиться, значит, могут и падшие. Да. Что стало с остальными? Ромела убили еще до меня. Трудно сказать, разве что Аметиил. Про Михаила я не слышал. Думаю, Рафаил еще здесь, но он скрывается где-то в восточной части. А что случилось с Аметиил? Она лишилась крыльев, стала смертной. Здесь Самаил. Во главе падших. Она билась с ним, но он слишком силен. Самаил дал ей выбор. Грехопадение или вечная смерть. Аметиил пала. Теперь она в его власти. Зачем ему жалеть одного из нас? Он хотел ее тело. Самаил использовал ее, пока не присытился, потом заставил работать шлюхой. Я знаю, о чем ты думаешь. Не стоит. Фактически Аметиил мертва. Теперь ее имя Джейд. Где она работает? Нет, она больше не твоя забота. Уриил. Просто ответь. Для нее нет возврата, не трать время. Уриил, не спорь со мной. Где она? Я наткнулся на нее в так называемом Доме Радости. Это в центре города, рядом с топкой. Там главный Асмодей. Я ее там не брошу. Кого, Аметиил? Ее больше нет, мать твою! Ты помог мне даже в таком состоянии. Я должен попытаться. Спасибо за советы. Я скоро вернусь. Ты гонишься за призраком. Вспомни, зачем ты здесь, не ради нас. У тебя же нет...
Хотя бы есть, не забывай. Ты проголодаешься. Не будешь есть, умрешь. Габриэл не меняется. Чувак, быть милым не стыдно. Здесь же долбанная сфера услуг. Люди приходят как следует потрахаться, важно, как это подать, понял? Это самое главное. Здравствуйте, сэр. Приятного вечера. Понял? Будь приветлив. Они расскажут друзьям. Блин, как со столбом говоришь? Дай прикурить. Привет. Я ищу девушку по имени Джейд. У нее частный вызов. Но есть другие. Скажите, где она? Я сказал, у нее частный... Я слышал, но это важно. Шлюхи. Они приходят. Ты уходят. Да, номер 8. Ты здесь уже бывал? Нет. Как мило, что ты принарядился по этому случаю. Вот. Этому господину скидка в полцены. Чувствую, мы с ним еще увидимся. Ну что, другую девочку хотите? Я приду в другой раз. Спасибо. Джейд, ты сегодня по вызову. Мотель Скампи, номер 36. Двое парней по одному за раз. Запомнил? Быстро управились. Как быстро попасть в мотель Скампи? Прямо 4 квартала и направо через улицу. Приходите, всегда рады. Приветливый какой, чтоб его. Привет. Так вот она, прекрасная Джейд. Собственной персоной. Ладно, парни.
Чего вам хочется? Раздевайся. Кэнди вам сказала правила? По одному. Да. Но нам, к несчастью, хочется другого. Правда? Тогда вы взяли не ту девушку. Не думаю. Ты же Джейд, верно? Так ведь? Да. Ты работаешь в борделе. То есть ты шлюха. Трахаешься за деньги, верно? Значит, твое имя Аметил. Ты была ангелом. Прости. Архангел. Так вы себя зовете. Так что, Джейд, мы оба насладимся твоим божественным обществом, хочешь ты того или нет. Я люблю жесткий секс. Надеюсь, ты тоже. Жестковато мясо. Как тебе, Маркус? Пошел ты. Видишь, что бывает, когда шумишь? Кто там? Язык проглотил, мать твою. Кто там? На Где я? В безопасности. Ты была без сознания. Мне нужно на работу. Нет. Ты должна отдохнуть.
Я говорил с Асмодеем. Он сказал, чтобы ты осталась, пока не поправишься. Но ты и врун. Как там тебя зовут? Габриэл. Мы трахались? Нет. А должны? Нет. Хорошо. Внутри тебя тьма, я чувствую. Она омрачает душу. Но я знаю, она уносит боль. Я не должен вмешиваться. Ты свободно выбирать. Но вряд ли у тебя был выбор. Если я не прав, прошу, прости меня. Будет больно. Очень. Ты не имел права. Я не поверю в то, что про тебя говорят. Тебе сказали, что я без крыльев? Что я наркоманка? Что трахаюсь за деньги? Мне сказали, что ты отважилась выйти против Самаила. Ты билась, но проиграла. В этом нет позора. Жаль, они меня не видят. Где мои шмотки? Я больше не дам тебя в обиду. Ты не знаешь, как силен Самаил. Он сильнее всех нас. Если Михаил с ним не справился, что ты сможешь? Я видела и делала такое. Даже не верится, что так бывает. Я знала, что будет трудно, но... И я не могу вернуться. Никогда не смогу. Я больше не увижу света. Неправда. Пусть ты не ангел, но твоя душа вернется. О чем ты? Я буду жить здесь. Состарюсь и сдохну нахрен. Даже с собой покончить не могу. Я проторчу здесь еще 50 лет. Это ничто в сравнении с вечной тьмой. Сколько ты здесь? Пару дней? Неделю? Я здесь 2.5 года. Они кажутся дольше вечности. Кажется, что нас предали. Нас бросили здесь умирать. А потом тебя убьют, и все. Что тогда? Ты увидишь свет раньше, чем пройдет неделя. Михаил наверняка говорил то же самое. Ты встревожена? Почему я не удивлен? Ты сейчас его почуял? Да. Он на севере, где-то в трущобах. Так почему мы ждем? Ты жаждешь его крови. Но сейчас он силен, и я не могу рисковать кем-то еще из нашей небольшой семьи. Не могу. Ты бы сам с ним справился. Твоя нерешительность пугает. Есть и другие, вроде него, но они сломлены. Некоторые безвозвратно. Все должны умереть.
Другого пути нет. Он должен их вытащить, заставить сиять достаточно ярко, чтобы мы увидели. Значит, я ошиблась. Ошиблась. Но еще один подобный вопрос, и я вырву этот язык и кровью напишу свое имя на твоей спине. Ты здесь, кажется, с друзьями? Может, познакомишь? Мне тебя не хватало. Не меня, а Метиил. Они не такие уж разные. Ты не понял, да? Здесь все против нас. Мы пали жертвой того, о чем даже не знали. Страх, ненависть. Как раз что делает его сильнее. Их всех. И нам не хватит сострадания, чтобы с этим справиться? Я сомневаюсь. Сам город для них – лучшая защита. О чем ты думаешь? О еде. Что это за место? Столовая. Они кормят бездомных. Мы не можем. Этим людям еда нужнее. Если ты не заметил, мы сами не в шоколаде. Идем. Хлеба дать? Да. Держите. Спасибо. Ты знаешь парня на раздаче? Что, кажется знакомым? Нет. Он здесь давно. Это Итуриил. Еще одна жертва страха. Узнал, что стало со мной, и предпочел изгнание борьбе. Я не могу. Не спеши судить других. Ты был здесь недостаточно, чтобы понять. И не собираюсь. Как ты мог всех нас предать? Ты дал клятву. Что, я злодей? В меня целишься? После всего, что мы для вас делали. Хватит, Габриэл. Верни ружье. Это его работа.
Жаль, твоя тебе не по силам. Я что, один еще верю? Один? Я делаю, что могу. А что мне оставалось? Меня бы убили. Мы все этим рискуем. Все мы. У меня нет твоей силы, Гэбриэл. Я думал, есть, но ее нет. Я просто делаю все, что могу. Я все равно пытаюсь им помочь. В столовой. Это ничто по сравнению с тем, что ты должен делать. Убить падших. Дать дорогу свету. Вернуться домой. Все просто, мать твою. Если все так просто, почему ты здесь? Почему шестеро не справились? Я делаю, что могу. Прости. Я рад тебя видеть. Рафаил здесь. Отведи меня к нему. Эти ходы под всем городом. Мы нашли их, когда строили столовую. Это Мэгги. Привет. Она ухаживает за Рафаилом. Давно так? Несколько месяцев. Оставьте нас. Мэгги будет за дверью. Жаль, что и ты здесь. Да. Что с тобой случилось? Самаил подстрелил меня. Почему ты ее не залечишь? Ничего не осталось. Не могу. Нет, нет. Береги силу. С каждым разом теряешь все больше и больше. Иначе ты умрешь. Тебе нужна сила на них. У меня был шанс. Тогда прости. Нет. Что ты наделал?
Спас тебе жизнь. Ты никогда меня не слушал. Ты сейчас потратил половину силы и к тому же показал падшим, где мы. Зачем? Сила вернется. Не вернется. Чем дольше ты здесь, тем слабее связь с истоком. Каждый раз, поступая так, ты рвешь ее еще быстрее. Надо было подождать. Я бы дотянул до вашей битвы с Самаилом. Будь победа с тобой, власть перешла бы к свету. Мы смогли бы вернуться домой. Все, даже отступники. Ты говоришь так, словно я уже проиграл. Сейчас Самаил тебе не по зубам. Его силе нет равных. Мы с Аметиил этот урок выучили. Михаил тоже. Самаил научился использовать силу всех падших. Он стал сильнее, быстрее. И что хуже всего, теперь его нельзя найти. Значит, я убью падших одного за другим и лишу его силы. Ты один, а их пять или шесть. Двоих нет. Молок и Белан. Остаются Асмодей, Ариман и Лилит. Я знаю, где прячется Асмодей. Расскажи про остальных. Это омерзительно. Она еще не закончена. Известно тебе, что Джейд исчезла. А Беллон мертв. Я подумал о том же. Я собираю остальных. Похоже, Габриэль сделал именно то, что нам нужно. Я только приведу себя в порядок. Что случилось с Михаилом? Никто его не видел, но все почувствовали, когда он прибыл. Импульс непревзойденной силы. Со временем сигнал слабел и, наконец, угас. Я точно ощутил толчок в ночь его битвы с Самаилом, но с тех пор ничего. Я знаю, кем он был для тебя. Мысли о нем только мешают. Его нет. Ты должен собраться. Михаил был лучшим воином. Только ты мог с ним тягаться. Если Самаил правда так силен, чего он ждет? Он много раз мог до меня добраться. Я рассказал все, что знаю.
Если ты все еще думаешь, что можешь победить, я пойду за тобой. Что бы там ни было. И остальные. Тогда верь в меня. Большего я не прошу. Шевелитесь там. Скоро встреча с боссом. Чую врага. Взять пушки. Убить его! Ладно. Ты сам напросился. Сам. Держись. В любое время, Ариман. Ремиил. Говорил то же самое. Михаил мертв. Теперь и ты отправишься следом.
Он сильнее, чем ты думаешь. Уриил живет на окраине у старой дороги. Остальные в районе доков, прячутся среди бездомного сброда. Уберем их, и я покончу с Габриэлом. Осталось надеяться, что мы не опоздали. Это война. Жертвы – мерило победы. Не нравится – проваливай домой. Твоему хозяину понравится, что ты меня ослушался. Не сомневаюсь. Еще до конца дня победа навсегда останется за нами. Я воюю за свободу. Вы за власть, но в итоге мы на одной стороне. Свет сюда не вернется. Души принадлежат нам. Привет. Привет. Ты сбежала. Мне нужно было подумать. Это ты нарисовал? Да. Первая попытка. Нравится? Красиво. Но я совсем не такая. Для меня такая.
Под ноги смотри. Осторожно, старик. Идем. Все в порядке? Суп с хлебом. Что нам делать? Хорошо поджарились. Скорее средний, с кровью. Теперь куда? Налево. Еще один? Рафаил. Оставь его мне. Бежим, скорее. Бежим. Ее здесь нет. Ни звука. Переждем. Что случилось? Что с тобой? Они мертвы. Мертвы. Кто? Мертвы. Кто? Я их убил. Из-за меня.
Габриэл, говори со мной. Слышишь? Не молчи. Нет. Приди в себя. Ты не понимаешь. День-день, капитан Крюк. Не промочите ноги. Кого я вижу? Асмодей. Где он? Верхний этаж. Комнату не знаю. Ты бы себя видел. Весь такой мачо с большой-пребольшой пушкой. И как ощущение? Чувствуешь силу? Не отвечай. По глазам вижу. Ты на меня злишься? Это ведь не из-за твоих друзей. Если ты не хотел их смерти, зачем привел нас к ним? Вот значит, как все повернулось. А жаль. Ведь мы могли бы поладить.
Изображаешь недотрогу. Thank you.
Я тебя больше никогда не увижу. Я не хочу этого. Когда вернешься, не рассказывай, что здесь было. Я все забуду. Мы всегда забываем. Прощай, Джейд. Сколько тебе нужно? Одну? Две? Три? Я возьму все. Нет. Все это. Денег не хватит на все. А друзей тем более. Договоримся. Как ты можешь здесь сидеть после того, что случилось? Ты погубил Асмодея. Асмодея погубила слабость, как и остальных. Они верили, что ты покончишь с этим. Я знала, что нельзя тебе доверять. Меня тошнит от тебя.
рад снова тебя Самаил! Ты слабеешь. Я это чувствую. Не только я. Я не хочу с тобой драться, Габриэл. Стреляй, если должен. Но сначала прошу, выслушай меня. Ты врешь. Я не верю таким, как ты. Если бы. Смотри. Мы похожи. Ты и я. Город полон падших, и они тебя не убили. Почему? Из-за меня. Только благодаря мне ты еще жив. Ты ведь чувствуешь меня. Твое сердце отрицает, но душа знает правду. Просто произнеси мое имя. Наш мир подчиняется страху и правилам. Мы были рабами высшей цели. Какой смысл жить ради служения чужой воле? Я всего лишь стал свободным. Прошу тебя сделать то же. Это неправда. Ты знаешь, что правда. Чутье тебя не подводило. Прислушайся к нему. Назови мое имя. Я люблю тебя как брата. Я научил тебя всему. Я слышу его в своих мыслях. Скажи его. Скажи. Михаил. Почему? Ты видел то, что видел я. Чувствовал то же самое. Я тоже пришел сюда с любовью в сердце. Но уничтожить Самаила мне помогла ненависть. Я был сильнее всех, кто пришел раньше. Ты убил всех. Рафаила, Уриила. Они были слабаками. Они твои братья. Они бы не поняли. Они хотели войны.
победа в которой им не по зубам. Только ты можешь быть лидером. А теперь представь, мы с тобой можем править здесь, и свет об этом не узнает. Со временем мы наберем силу и уничтожим его. Здесь люди свободны. А теперь и ты тоже. Я думал, ты умер. Я был прав. Ты разбиваешь мне сердце. Ты знаешь, так не должно быть. Ты выбрал свою судьбу, Михаил. Все. Я сделал для тебя. Ты заставила Метеил отдать крылья. Это сделал Самаил. Не я. Ты убил своих братьев. Открой глаза, мать твою. Выбора не было. Не иди по их стопам, Габриэл. Война окончена. Нет. Нет. Мы можем вернуться. Все не может быть зря. Нет, никогда. Посмотри себе в глаза, Михаил.
Посмотри, кем ты стал. Исцелиться пробуешь? И что? Не можешь. Ты все силы потратил на других. У тебя был выбор. И ты его сделал. Почему? Я даю тебе все, а ты меня отвергаешь. Свобода воли. Свет — это не власть. Это выбор. Мы пришли направлять их. И больше ничего. Но они не знают правды, Габриэл. Знают. Знают лучше нас. В теле человека. Я чувствовал то же, что и ты. Но ты многое упустил. Ты считаешь, что свободен. Но это не так. Я люблю тебя, Михаил. Но ненавижу то, чем ты стал. Прими конец, брат. И умри со мной. Я прощаю тебя, Михаил. Мой дар тебе.
Теперь ты доволен? Теперь ты доволен? Ты показал мне все, но не это. Как я могу вернуться после всего, что случилось? Михаил. Аметил. Я должен это помнить. Должен понять, как это случилось. Со временем ты создашь новых архангелов, и все забудется. Я не могу этого допустить. Не допущу. Ты отдалил меня от благодати. И теперь я падаю в нее. Надеюсь, я еще увижу тебя. Падение. Последнее, что чувствует ангел. Отдаленный голос звучит в моей голове, но впервые этот голос мой собственный. Прости меня.